В конце января, числа 25-26, поставил черенки виноградные. Подготовил их, размочил, подрезал, сделал надрезы, затер корневином, поставил воду. Вот сейчас пошли побеги, но они особо не нужны. Нужна корневая система, корней пока не видать. Ну, ждем. Как появятся корни, крепенькие такие, пересадим в банки с землей. И до апреля месяца. В апреле в грунт. 1 марта. Мои черенки. Какая уже крона на них. Какие побеги. Какие корни. Какие корешки. Уже пора высаживать некоторые банки с землей. Сегодня 2 марта. Пересаживаю свои черенки проросшие. Вот они, черенки с корнями, которые готовы для пересадки, для высадки в землю. Вот набираю смесь обычного грунта садового с землей для рассады. Вот смешиваю так вот грунт для рассады. Делаю смесь. Вот. И сюда немножко нитроморфоски добавляю. Нитроморфосочки. Вот так. Сюда чуть бросил. Вот так вот. Перемешал. Берем. Вставляем его. Так вот вставляем. Корешок поправляем. Длинный корешок. Вот он, кажется, обломался. Да, обломался. Ничего страшного. Есть другие. Вот. И засыпаем грунтом. Засыпаем. Ну, одной рукой мне неудобно будет. Поэтому как после как засыпаю, получается вот такой вот. Такой вот вариант. Так вот засыпаю. Потом подсыпать придется еще. Вот. Ну, так вот они вот у нас будут. Так будут. Ну, пока все. Это у нас виноград. Вот 7 черенков развились. У меня было 10. 3 не хотели никак прорастать, давать корни. Я не стал ждать. Мне в этом году достаточно и 7. Я много не буду. Мне надо будет просто заполнить промежутки, которые образовались после выкорчевывания старого винограда, который меня не устраивает, не удовлетворяет. Ну, винные сорта. Я хочу заменить столовыми. Внуки подрастают, любят виноград сладкий. А винных оставляем только для сока. Чтобы сок был
детям зимой. Вот эти вот семь таких черенков. Видите, какие побеги. Это сегодня 14 марта. Через месяц можно будет... Ну, если будет тепло, конечно, и раньше. Ну, через месяц я планирую их высадить в грунт.